Ивановские коммунисты совместно с сотрудниками ГИБДД решили напомнить водителям о том, что с началом учебного года необходимо быть вдвойне осторожными. Ведь на дорогах дети. Нет системной работы с детьми, чтобы дети знали, когда, куда переходить. Ну и, конечно, водители, которые не то что не соблюдают правила дорожного движения, тут и взрослым, то страшно иногда ходить по улице. Водителям, остановленным сотрудниками ГИБДД, коммунисты вручили флаеры с призывами быть осторожными на дорогах и сборники анекдотов от своего партийного лидера. Но, несмотря на забавные подарки, главная цель акции – все же донести до водителей. Безопасность детей вовсе не шутка. За 7 месяцев этого года у нас в городе произошло 65 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних участников дорожного движения, в которых двое детей погибли и 67 получили травмы тела. По сравнению с прошлым годом количество ДТП увеличилось на 36%, количество погибших на 200% и пострадавших на 24%. По статистике, из 67 ДТП лишь 22 произошли по вине самих несовершеннолетних. По большей части виновники аварий – взрослые. Им-то партийцы и решили напомнить – чужих детей не бывает. Наталья Романова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.